В Индии действительно почитают корову, ее сравнивают даже с богами. Жители этой необычной страны считают, что любой обязан почитать, уважать, оберегать и защищать это священное животное. Индусы в большинстве своем не употребляют мясо, в то время как молочные продукты одни из немногих, где содержится столь необходимый любому организму белок. Например, они употребляют простоквашу, молоко, масло кхи. Оно не содержит лактозу. Эти же продукты часто используются при некоторых церемониях, благодаря которым улучшается судьба человека. Если кто-то предлагает корове небольшую часть своей пищи до того, как сам ее съест, это очень положительным образом повлияет на карму. Забота о буренке позволяет отпускать грехи. Получается, что корова является матерью для индусов. Она кормит, поет и к тому же обладает рядом материнских качеств, таких, как спокойствие, доброта, миролюбивость. Неудивительно, что ее так ценят в этом жарком крае. Вот что еще интересно. В Индии ежедневно от голода умирает огромное количество человек. Но никто и никогда не трогает проходящую по городу корову. Она может остановиться посреди улицы, и машины станут ее объезжать. Более того, никто не будет ее прогонять и подгонять.